Всем привет! Меня зовут Даша, и это канал о вязании. В сегодняшнем видео я вам расскажу свои вязальные новости. Расскажу, значит, что я связала чуть-чуть, что я вяжу сейчас и что я, какую пряжу я тоже чуть-чуть получила. И также расскажу еще об одном совместном проекте, в котором я участвую. И начну я с этого проекта. Значит, Алена Абель пригласила меня поучаствовать в совместном проекте, в котором принимают участие несколько блогеров из Германии, Финляндии, Норвегии и Австрии. Суть проекта в том, что Алена присылает каждому блогеру коробочку, ну, в смысле посылку, да, в которой будет пряжа, но мы не знаем, какая. И мы должны что-то из этого связать. А вообще-то это еще будет и конкурс. Вы еще потом будете выбирать понравившуюся вам работу. Вот. И я, конечно же, согласилась. Мне и интересно. Я уже давным-давно не принимала участие в совместных проектах. И Алену тоже хочется поддержать. Да? Вот. И... Как вы знаете, у Алены есть магазин Абель Нит Волли. Я оставлю ссылку, конечно же, на сайт магазина и на Аленин YouTube-канал, хотя вы и так все прекрасно подписаны, наверное, на нее уже. Вот. И у Алены в магазине есть как бобинная пряжа, там в самых разных составах, и мохер, и альпака, и хлопок, и пайетки, и что там, меринос, наверное, да. Значит, бобинная пряжа, моточная пряжа, там и носочная, и хлопок, и мериносик тоже. И, конечно же, вишенка на торте – это пряжа ручного крашения. Очень красивая, вся, и тоже разных составов, и носочная, и альпака. Что еще? Махер. Алена, ты красишь махер? Я не помню. Я помню, что есть носочная, а есть пушистенькая. Вот. А, ну еще меринос с шелком. Вот. Я в основном, конечно, носочную смотрю. Вот. И тоже всякие разные. Есть и сочные, да, цвета. И есть и приглушенные такие, более пастельные. В общем, на любой вкус и цвет. А также помимо пряжи есть еще всякие приспособления для вязания, гаджеты, там, линейки для определения размера спицы, и рулеточки, и всякие стоперы, заглушки, да, и что там, и спицы. Вот, так что магазин растет, растет и процветает. И я надеюсь, дальше будет расти и процветать. И, значит, Алена нам отправила всем посылочки. Мы их получили, открыли. И... А, нет, сначала давайте познакомимся, значит, с участницами проекта. Теперь, когда вы познакомились с участницами проекта, я покажу вам свою распаковку этой посылки. Так, ну что, я открыла эту коробочку, и в первую очередь здесь лежит журнал. Сначала я открыла не с той стороны, перевернула, открыла с правильной, потому что, чтобы не разорвать бумагу. И в первую очередь здесь лежит журнал с круглой жаккардовой кокеткой. Это немецкий журнал какой-то, наверное, Strict Trends. Не знаю, сейчас полистать или отдельно, наверное, потом. Полистаю. Алена знает, что мне надо на обложке.
Что мне нужно на обложке? Тут всякие разные. Интересно, интересно. Что-то. Она а сзади. Кстати, пряжа такая прикольная. Так, журнал. И пряжа ручного крашения от Алены. Такого коричневого цвета. Ну, это коричневый, такой красивый коричневый. Разных этих, разной степени прокрашивания, не знаю, может быть, разных просто еще оттенков, такой неоднородный, очень красивый коричневый цвет. Тут кое-что еще есть, что, о чем я знаю, что не входило в, именно в этот проект, то, что мне отправила Алена, я вам это попозже покажу. А вот что еще входило в этот проект. Боже, какое, какая пряжа. И это очень красиво и очень контрастно. И очень контрастно. Что наталкивает меня на мысль о контрастной пряже, которую вы, наверное, угадаете. Это и одна, и вторая пасмочка. С носочным составом 75%, значит, шурволь, это, наверное, ну, это шерсть, только я не знаю, супервош, не супервош, и 25% полиамид. Значит, что у нас тут? Метраж, скорее всего, классический, здравствуйте, классический носочный, 400-420 метров в 100 граммах. И здесь то же самое. 40 рядов на 30 петель написано. Норочка, Норочка, что ты пришла? Вот. Такие две красивенькие, красивенькие, прекрасивенькие пасмы. А... Так, у меня сейчас голова работает только в одну сторону. Что из них связать? Да? Так, Нора, подожди. Пахнет. Что из них связать? Что бы вы связали из двух этих пасмочек? 100 грамм каждая пасма весит. Так. А еще вне проекта Алена написала мне сообщение в WhatsApp. Говорит, Дашуль, можешь тебе такое прислать? Потому что я смотрела какой-то попался ей видеоролик. Мне тоже такие попадались видеоролики. Когда, ну это не то, а не то, когда в эту, значит, какие-то хвостики от пряжи, например, там, которые кончики, когда мы попрятали, да, и пряжу обрезали этот хвостик и выбрасываем. А эта девушка не выбрасывала хвостики эти все, а собирала, 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 а потом значит, эту пряжу как бы расслаивала на волокна полностью, да, расчесывала и прила из нее новую нить. И у нее остаются кончики пряжи от этих пасм, да, кончики ниточки. И она говорит, у меня столько их насобиралось, а мне как бы выкинуть, ну, столько выбрасывать жалко. Я говорю, ты что, какой выбрасывать? Не надо их выбрасывать. Вот. Она говорит, может, ты попробуешь, ну, вот как расслоить вот это вот, расчесать ее, и ты же умеешь прясть, может, придешь. Я говорю, давай, мне интересно, но только мне нечем их расслаивать, у меня этих ни чесок нет, ни кардера, ничего такого. Она говорит, ой, у меня есть такая штука, которая, возможно, для этого подойдет. Она говорит, я когда-то покупала щетку для того, чтобы там расчесывать свитер, не знаю, пух, наверное, расчесывать в этих свитерах, там, шапках, не знаю, в изделиях. Что, пахнет? Пахнет алеными свитерами? Вот. И, а с другой стороны, вот здесь вот такие эти иголочки. Я, говорит, тебе пришлю. Я говорю, ну, давай. Ну, только до меня тогда не дошло, что надо как бы чем-то что же это прочесывать. Но мне свекровь сказала, что отправит мои две вот эти вот расстроилась, выгнали. Мои две, те, которые у меня в Николаеве остались, эти расчески. И
и я попробую это все-таки сделать. И вот что тут получилось. Вот таких два пакетища пряжи разноцветной, всякой-всякой разной. Но у меня еще другой план на эту пряжу есть. Я хочу кое-что попробовать. Не знаю, получится или не получится. Ну вот попробую. А ну сейчас я прямо при вас. Вот, видите, вот такие прям малюсенькие хвостики с этими, с узелочками. И вот если их раздербанить, ну это, да, это все-таки надо двумя этими, наверное, щетками, чёсками. Так она получается, это только расчесывает. Хотя, если долго мучиться, вот видите, остаются волокна на этой расчесочке. Вот я ее расчесываю. Она такая на волокна начинает распределяться. Может, кстати, с этого что-то и получится. Ну, все-таки я, наверное, дождусь, когда мне потом свекровь пришлет эти мои расчески. Я, кстати, тоже покупала эти расчески. Они не специальные кардерные там какие-то чески, а для этих. Я в зоомагазине покупала. Там, не знаю, котов на расчесать. У меня нору такой щеткой все равно бесполезно расчесывать. Вот. А их вот это друг об дружку. Я когда собачий пух прила из собачьего пуха пряжу, то использовала те расчески. Что там может и получится? Вот видите, уже на волокна оно распределяется. Интересно, интересно. Можно и по цветам распределять, кстати. Зелененькие, там зелено-синенькие, видите? Здесь всякие-всякие разные. И розовые. И я так поняла, здесь и разный метраж и состав, потому что что-то я видела тут толстенькое. А может, мне показалось. Но все равно прикольно. Да, разная крутка. Всякие-всякие. Разные маленькие вот такие кончики. Да, и все они с узелками. Ай, прикольно. Всякие разных цветов. Вот. Теперь надо придумать, что из этой пряжи такое, хотела сказать, спрясть, связать. Чтобы было такое интересненькое. И нужное. Ну и, конечно же, когда я увидела две пасмы контрастного цвета, вы знаете, о чем я подумала. Что у меня, естественно, в голове начали крутиться картинки с жаккардовыми версиями. Да? Каким рисунком, какое изделие. И, в общем, скорее всего, это будет жаккард. Алена прекрасно знает, что я люблю. Вот. И угадала. Вот. Мне хотелось бы послушать, прочитать ваши версии, чтобы... Посмотрите на эту звезду, я не могу. Ей надо попасть в кадр. Нора, что тебе нужно? Наруся, ложись. Отдыхай. Так, морда. Отвлекли меня. Так, на чем я остановилась? На том, что мне хотелось бы узнать ваши версии, чтобы вы из этого связали, или чтобы вы посоветовали мне связать из этого. Или, например, угадать, что я захочу из этого связать, да, а может, ваши версии мне понравятся больше моих, и я вот решу прислушаться к вашей версии и свяжу то, что вы мне посоветуете. Вот. Вроде бы про совместный проект все рассказала. Этот совместный проект будет, значит, проходить. Что проходить? Куда проходить? Четыре. Значит, мы будем выкладывать видео раз в неделю, 4 недели. И вот четвертое видео будет заключительным. Будем в процессе показывать, что у нас получается или что не получается. Мало ли, всякое бывает. Вот, так что... Ссылки, конечно же, на всех участниц я оставлю под видео. Мне самой уже интересно, что там девчонки получили, какую пряжу. И я буду тоже себе, посмотрю их видео и буду себе тоже придумывать, чтобы я из этого, например, да, связала. Вот. По проекту вроде все рассказала, что нужно было.
если не все, извиняюсь, в следующем видео дорасскажу. Теперь я покажу вам, что связала. Связала я чуть-чуть, как я и говорила, да, это две пары носков. Первая пара выглядит так. Это носки с жаккардом, да, как вы видите. И пряжа здесь, кроме вот этой вот светленькой в жаккарде, вот эта вся пряжа ручного крашения из магазина Lucky Yarn в Украине, в Киеве. И что это разные носочки, моточки. Я, наверное, их сейчас найду. Да, вот эти темные моточки, они из разных были наборчиков. Ира продает, кстати, Алена уже тоже, по-моему, наборчиками продает пряжу ручного крашения. И Ира продает, значит, большую пасму, основной цвет, и к ней маленькую пасмочку дополнительного цвета. Так, сейчас Нора будет цокать. Вот. И вот эти вот маленькие пасмочки, значит, у меня, я их складывала, и вот они мне пригодились в одном проекте. Эти носки я вязала на спицах номер 2-25. И здесь, значит, 64 петли, а в жаккард я не меняла номер спиц на больший, я просто увеличила количество петель. Я специально нарисовала такую схему для такого количества петель. Значит, скоро будет Пасха, и мне захотелось связать к Пасхе вот такие вот носочки с... Я надеюсь, что просматривается картинка, что это вообще-то яйцо, да, пасхальное, и вроде как яйцо, а вроде как зайчик этот пасхальный, да, с этими с ушками. Кстати, я в Инстаграм выложила фотографии, и Таня Визовская предложила связать этих зайчиков шоколадным цветом, ну, что вроде как это шоколадные яйца, вот эти вот пасхальные зайчики, и это очень крутая идея. Таня, спасибо. Вот пятка, как я обычно вяжу последнее время, вот это вот какая там круглая или подкова, наверное, да, пятка. Вот схему, значит, нарисовала я к этим зайчикам, и ее можно найти, знаете где? В платном телеграм-канале. Магазин Creative Shop создал платный телеграм-канал по, значит, подписке. Как же так сказать, так чтобы понятно было. Значит, вы отправляете запрос на этот. Я, кстати, оставлю ссылку на этот телеграм-канал. Ну, если кого-то заинтересует, конечно. Вы, значит, отправляете запрос на этот телеграм-канал. Вам приходит сообщение с реквизитами для оплаты. 80 гривен или 2 евро. Ну, 80 гривен, там, по-моему, 2 евро не было написано, потому что предполагается, что подписчики будут из Украины, потому что у них будет возможность, значит, при подписке на этот телеграм-канал есть возможность раз в месяц использовать бесплатную доставку. Ну, это магазин пряжи, да, тоже пряжи и аксессуаров для вязания. И вот если вы подписаны на этот телеграм-канал, у вас есть одна бесплатная доставка в месяц, плюс в этот телеграм-канал будут выкладываться переводы описаний с сайта Drops, плюс красивые фотографии для заставки, например, на рабочий стол, на вязальную тему. И я еще буду выкладывать свои схемы, которые буду рисовать. Все, я сейчас уже перестану их раздавать, а буду выкладывать именно в этом телеграм-канале. Там будет ссылка на альбом с Google, ну, на Google диски. Вот, и вот эту схему зайчика можно уже скачать, если что, с этого телеграм-канала. Вот, такие носки, значит, я связала. А, вот этот вот светло-голубенький цвет, это тоже пряжа ручного крашения от Иры. Вот, такая она как в крапинках. Сейчас освещение, конечно, очень темноватенько, поэтому оно какое-то все желтое. Вот, а потом я
я, главное, связала эти носки, потом думаю, что-то мне не нравится, как я расположила этих зайцев. Потому что мне хотелось бы, чтобы вот когда надеваешь носок на ногу, да, получается впереди, ну, как бы, не то чтобы прям целых два зайца. Ну, не знаю, мне хотелось, чтобы впереди вот так вот четко, ровно один был, и вот здесь по бокам тоже четко один зайчик был. Я решила связать еще одни носки с этими зайчиками и связала вот такие веселые, вот прям противоположные тем, которые я показывала только что. Это пряжа. Здесь вообще нет пряжи ручного крашения. Здесь вся прямо фабричного крашения. И это опять же Drops Fable светленький. Розовый — это пряжа от Rico. Носочная, я не помню, как она называется, мулине, оно, по-моему, так и называется, мулине, вот не помню. Она с эффектом вот этим вот мулинешным, тут получается, она скручена из, ну, она из четырех, конечно, нитей скручена, ну, в общем, там часть ниточек розовая, а часть ниточек прямо светло-светло-розовая, и поэтому... Она такого неоднородного цвета. Вот здесь вот, наверное, на лицевой глади это лучше будет видно. А вот эта разноцветная пряжа, и это мне дарила Алена Колотова, когда я приехала в Николаев, когда меня не впустили в Евросоюз, я вернулась в Николаев, и Алена мне прислала, значит, в подарок эту пряжу и еще другую, но я еще пока ее потом из нее свяжу, она что-то, не решаюсь пока. Вот. А эти получились прямо такие веселенькие. Я вчера ходила после уроков, я сейчас стала... А, что я хотела показать? Вот, видите, вот так я хотела, чтобы прямо один целый заяц был сбоку. Если мы надеваем, вот здесь вот один получается целый заяц, да, впереди. И сзади тоже один целый заяц. Вот. Надо их еще отпарить хорошенько. Потому что я постирать постирала, а отпарить еще не отпаривала. Такие прям веселенькие-веселенькие получились. Ходила вчера после уроков в старый город. Пофотала немножко, поставляю фотографии. Вот. Я прям на самые настоящие теперь уроки начала ходить. Не два раза в неделю курсы, а прямо каждый день с 9 утра до 2 часов дня. Пока нравится. Одну неделю только всего походила, но хожу прям с удовольствием. Такие учителя милашки. Я не могу. Вообще мне еще не попадалось. Ну, может, я просто плохо, ну, как бы особо не общаюсь. Но вот какие мне финны не попадались, они все такие милые. А, еще же я уже 3 раза ходила на вязальную встречу здесь, местную. Увидела объявление в группе в WhatsApp, значит, украинцы в Рауме. И там в объявлении было написано, что по вторникам, значит, проходят вязальные встречи с полседьмого вечера, ну, уже после работы, вторник все-таки. И... А, ну, вообще, типа, в полседьмого вечером по такому-то адресу. Я боялась, конечно, сначала идти. Думаю, вряд ли там кто-то из наших есть. Скорее всего, только местные. Я же их не пойму. Они меня тоже. Ну, все-таки переборола я свой страх. Пошла, меня так тепло встретили там. И я не знаю, такие они все милые. Ну, просто... слезы на глаза наворачиваются от этой милоты. Вот. И на первое, значит, на первую встречу я пошла одна, на вторую и в третью я уже ходила с Женей. Женя со мной попросилась тоже пойти. И на прошлой встрече я призналась, что я блогер. И спросила, можно ли на следующей встрече поснимать. Они вроде как согласились, поэтому, возможно, я чуть-чуть и поснимаю. Нас там сколько? Раз, два. Две девочки вообще молоденькие такие, им там что-то лет по 18-20, наверное. Вот. И две женщины такие уже в возрасте. И я, и Женя. Вот.
У нас там совсем маленькая компания, но очень, очень дружная. Вот. Это значит, эти встречи проходят в помещении воскресной школы. Так что, поэтому я сразу как-то, я ж не знаю, как они там относятся к этим, к блогерам. Ну, не то, что как относятся, а как относятся к тому, что их будут снимать, да, на, в этот, в YouTube-канал выкладывать видео. Так что, надеюсь, что-то поснимаю и что-то покажу. Все, готовые работы у меня закончились. Теперь я покажу, что я вяжу. Начну с носков. Эти носки... Ой, либо спица не вылезла. Начала носки из пряжи, которые мне Наташа холодильно дарила. Это шестинитка. Здесь 150-граммовый моток. И тут, по-моему, 280 метров в 100 граммах. А зачем я вытащила спицу? Чтоб, наверное, петли у меня снялись. Вот. И эти носки, точнее, этот носок пока что, я взяла вязать на перемене. Потому что первая перемена 15 минут, вторая перемена 45 минут. И, значит, второй перемены мне слишком много. Думаю, надо чем-то занять руки. Вот, и взяла этот моточек, спицы номер 3, набрала 52, по-моему, петли, и вот вяжу. Полосочками вот так выкладывается эта пряжа. Вот. Вяжу и вспоминаю Наташу Холодилину. Добрым словом. Так, дальше покажу... Что я начала? Так, я надеюсь, я нормально покажу, будет немножко понятно. Сейчас петли поймаю. Так, начала я какое-то плечевое изделие, не знаю какое. Скорее всего, я буду... Я, во-первых, не знаю, насколько у меня пряжи хватит. Но пока что так, приблизительно. Это будет... Спущенное плечо мне. И пока что это выглядит вот так. Пушистый. Ой, что-то оно как-то осветляет. Высветляет, наверное, сильно, да? Так, пряжа. Пряжу я взяла вот такую. Да что ж ты так красиво? Я, наверное, попробую потом сфотать или заснять видео поближе, да, руками в кадре, чтобы видно было, ну, потому что обидно такие цвета, ничего не видно. Это тоже пряжечное покрашение от Lucky Yarn из Украины. И это меринос. Это Ира мне дарила тоже к Новому году пряжу. Три пасмы 100-граммовых. Вот я только-только размотала. А, вот, сейчас я пасмочку прям покажу, где она у меня. Вот пока одна пасма целая есть, я ее покажу. Вот так выглядит пасмочка. По-моему, 350 метров в 100 граммах здесь метраж. Вот. И вяжу я спицами номер 6. Да что ж ты опять петли эти повылазили, повыскакивали. Ну что, потому что леска короче, чем я растягиваю их. Спицы номер 6, да. Резинку внизу снова связала ломаную, вот такую, значит, одна лицевая и изнаночная, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая в разных, в каждом ряду, значит, меняются, да, изнаночная с лицевой. Я хотела соединить с чем-то пушистым вот эту пряжу, для того, чтобы вязать более крупными спицами, чтобы не хватило хоть на плечевое изделие. Ну, мне бы и так, может, хватило. Я сначала думала какую-то маечку или футболочку связать, тоненькую, чтобы мериносовую. А потом что-то передумала тоненькую вязать, решила толстенькую. И может быть, и не маечку. Ну, маечку как бы пушистенькую, это странно, наверное, вязать. Вот, и посмотрела, что у меня есть из пушистого,
и не колючего. А у меня есть браш-тальпака-силк. Есть браш-тальпака-силк, вот такая черная. Мне Ира присылала 5 моточков из магазина Creative Shop UA. А еще оставался вот такой кит-силк, тоже дропс. Кит-силка у меня один моток и один еще малюсенький там оставался клубочек от другого мотка. И я думаю, ну как же ж так, мне вот этих вот 5 мотков браш-тальпака-силк не хватит, потому что они 25-граммовые, там, по-моему, по 140 метров в 25 граммах. И я думаю, мне, скорее всего, не хватит, но даже если хватит, я буду сильно нервничать, оно мне надо. 140 метров, да, в 25 граммах. И я решила чередовать. Например, несколько рядов вот этого мериноса с добавлением браш-тальпака-силк и несколько рядов этого мериноса с добавлением мохера. А мохер я сначала вот... Что-то оно так высветляет. Ну ладно. Значит, первая вот эта вот светлая полоса, которая здесь идет, сюда я добавила ниточку вот этого кит-силка от Drops. Вот это то, что у меня оставалось. Думаю, насколько хватит, настолько хватит. Вот. А дальше, я думаю, мне второго мотка на все изделие точно не хватит даже полосками добавлять. И я вспомнила, что у меня еще остался этот махер, который мне Лена из Одессы присылала. Я добавляла этот махер в этот джемпер. И у меня еще его останется вот на этот точно. И еще все равно останется. Куда-нибудь еще добавлю. Вот. Поэтому вот эти более темные полоски, это меринос с браш-тальпака-силк, а вот эти более светлые полоски, меринос с вот этим махером, потому что он тоненький, понятно, и поэтому не так забиваются петли вот этим пухом, да, черным. И вот такие полоски получаются. Не знаю, что это будет, что это получится, оно все как-то на ходу придумывалось. Вот. Щось буде. Распускать уже, даже если мне что-то будет узко или что, как всегда, образцы не вязала. Нет, я образец вязала, но не постирала. Посчитала просто, сколько петель в 10 сантиметрах. Посмотрела, сколько мне примерно петель набирать, посчитала. И все. И начала вязать. Даже не стирала образец. Думаю, ну, вряд ли он там сильно в размерах поменяется. Даже если вытянется, ну, если там как бы меринос, да, вроде как у него есть такая способность, суперспособность вытягиваться после стирки. Вот. Тем более, что я вяжу его достаточно рыхло, петли такие прямо рыхленькие. Вот. Ничего страшного, будет оверсайз, подумаешь. Лучше больше, чем меньше. И столько уже связала. Под сериал Пуаро, что мне не могу, как-то не смотрятся в последнее время вязальные видео, уже прямо не знаю чего, какой-то период что ли. Поэтому я сейчас подсела на Пуаро, 100 лет не смотрела сериалов, на тебе захотелось, ну ладно. Я еще нагоню потом, пересматриваю всех девчонок, потому что что это за безобразие. И вот мой... Значит, процесс еще один. Нравится мне вязать. Оно и быстро вяжется, потому что спица номер 6, да, и интересно, что-то получится, не получится. Ну, что-то будет. А еще я получила, ну как, в подарок. Я выиграла пряжу у Оли. Floral Wool. Я у нее когда-то покупала, я вам уже про нее рассказывала, я у нее покупала описание носочков. Она все вырученные деньги с продажи описаний носков отправляет, ну, донатит на потребы в армии, ну, либо армии, ну, в общем, волонтерам. И также она еще устраивает время от времени лотереи. И я, когда у меня на украинской карте есть какие-то поступления, да, когда у меня, например, покупают мастер-класс на шапке, то
я стараюсь участвовать в таких благотворительных лотереях. И не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы поучаствовать, помочь как-то. И у Оли в лотерее я взяла и выиграла. Представляете, купила два этих билетика, талончика, да, и один из этих билетиков выиграл. Два или три, не помню. Ну, в общем, один из них был победителем. И, короче, я выиграла два моточка вот такой пряжи. Это носочная пряжа, сейчас Оля тут написала. Значит, шкарпетковая пряжа Hansa Farm Baby Alpaca Socks. 75% здесь baby альпаки, 25% полиамид, 200 метров в 50 граммах. Пряжа мая специальную обработку, ей можно прать и в машине. Не знаю, решусь ли я стирать ее в машине, точнее их, наверное, носки я, скорее всего, буду вязать. А может и не носки, может перчатки, потому что она очень-очень приятная. И я думаю, с альпакой 75% baby альпака, конечно, она будет теплая. Наверное, когда свяжу я перчатки. Вообще перчатки как бы мне сейчас надо связать. Такой как раз сезон, вроде в варежках сейчас уже и не походишь, а руки мерзнут. А я все никак перчатки себе не свяжу, безобразие. Вот. Так что выиграла я у Оли эту пряжу, а Оля живет в Германии. И я, значит, такая счастливая, пишу: Оля, 38 или 39, по-моему, 39 номер, или 38, не помню, 39, наверное. Это ж мой номер, я выиграла. Она: ой-ой, поздравляю, это... а как же мне тебе отправить? Я говорю: не знаю, почтой. Она говорит: как бы почта мне не обошлась дороже самой пряжи. А она отправляла посылку, значит, в Украину, ну, собиралась как раз отправлять эту посылку в Украину, потому что большинство победителей живут в Украине. И она, значит, отправила посылку своей сестре, а сестра уже отправляла победителям, да, по новой почте, кому-то, Укрпочтой. Вот. И я, значит, говорю: может, ну, тогда, может, отправишь в Украину и кому-нибудь отправишь. В общем, другому, не знаю. Вот. Она: нет, Даша, там альпака, ты что, такая пряжа... Я хочу, чтобы ты ее получила. И я, значит, дала данные новой почты моей свекрови. И свекровь уже получила эту пряжу. И отправила ее мне. Когда отправляла нам посылку этими перевозчиками, то отправила мне также эту пряжу. И она очень мягко. Хорошо, что Оля меня уговорила, чтобы я ее себе оставила. Вот. Мягкучая, прям вот держу ее, прям получаю, говорю: надо... У меня пряжа на перчатке лежит, ждет, когда я перчатки свяжу. И с посумом, я как посмотрела, сколько пряжа с посумом стоит, которую мне Наташа холодильно отправила. Ну, не знаю, решусь ли я в ближайшее время связать из ее перчатки. Вот, и вот эта альпака. И еще мне Лена из Одессы дарила перед отъездом пряжу, она тоже хорошо подойдет на перчатки. И другая там с альпакой. А я хожу, в руки мерзну. Вот, так что есть еще чем заниматься. Вязать еще не перевязать, еще лето не наступило. А летом надо будет футболки, я хочу вязать, потому что здесь, это в Николаеве, в Одессе мне в вязаных футболках было жарко. Там во всем жарко, там даже без всего жарко. А здесь, я думаю... Это прям хороший вариант. Вязаные футболки хлопковые, льняные. Вот, так что впереди еще очень много интересного. Ну все, все вам рассказала, что хотела. Спасибо всем большое за просмотр. Всем хорошего настроения, солнца, весны, цветов, улыбок, здоровья, безопасности, Украине победы. И встретимся в следующих видео. Я думаю, через неделю уже теперь надо видео выпускать, благодаря этому совместному проекту. Всем спасибо и пока-пока!